Всем доброго времени суток, с вами Анми, и мы продолжаем играть в Сёгун 2. В прошлой серии мы с вами захватили город-замок Кинадзава. Теперь он наш, и там мы имеем возможность нанимать отличные войска, то есть очень качественные. Благодаря им мы попробуем двигаться вперед. Здесь одна неприятность, у нас проскочил сзади сам Даймы, и двигается он, по-видимому, городу Ното, который нам придется, видимо, сдать. Придется сдать, но просто так мы тоже его не будем сдавать. Естественно, я вот все думаю, может быть, отказаться от двух войск здесь. Давайте один отрядик все-таки отсюда уведем, потому что бесполезно. Ну, мы не справимся все равно с этими войсками. Давайте и второй отряд отсюда уведем. Зачем нам терять две конницы? Мы лучше их используем как-нибудь по-другому. Мы отдадим этот город. И, кстати, у нас здесь Мацуки есть. Ну, навряд ли, что мы прикупим или что там можно делать. Даймы, да? Хотя, как знать. Здесь очень опытный у нас агент, поэтому, видите, даже выводя все войска, у нас город все равно очень даже рад. Хотя денег почему-то меньше стало. Так, этими войсками мы пытаемся все добежать. И, по-моему, мы, как обычно, остановили серию на том, что нам надо завершить просто ход. Давайте так и сделаем. Завершаем ход. И ждем. Что же предпримет Дайм? А, он возвращается, смотрите. Он возвращается, нападает. Причем он нападает не на нас, а на Тане, на Бутоки. И это дает нам возможность отказаться от атаки. А зачем нам действительно атаковать? Зачем нам терять свои войска? Тем более у нас они, как видите, еще совсем-совсем не восстановились. Командовать большой армией. Какое это, интересно? Большая, это какая имеется в виду, я не пойму. А, то есть, либо всеми, да, мы... Или нет, я, честно говоря, не понимаю. Здесь Даймы и наследник. Ну, было бы неплохо, представляете, такой себе ролевой момент. Расходятся слухи по всей земле Японии о том, что дом Дате три раза уничтожал Даймы и самого наследника дома Хатакияма. Да давайте, почему бы нет, да? Почему бы нам с вами не вступить? Хотя я бы этого делать. Но с другой стороны, бросить как-то наших союзников. Интересно, честь Даймы или нет. Почему-то мне кажется, что нет. Именно в этой игре вообще бы пострадал. Ну, у нас такой вот небольшой ролевой момент, что помимо хороших слухов могут разноситься и сплетни о том, что наш Даймы трусливый, он за спиной своих союзников захватил одну провинцию, но отказался помочь отбить ее. Так, и начинаем сражение. И что мы здесь можем делать? Ну, этими войсками мы управлять не можем. Так, вот наши войска. Они уже вошли, да? Как бы сейчас... Так, нет, мы выходим только, да? Нам бы сейчас с вами спрятаться на самом-то деле. Как-то интересно, смотрите, у нас Дайма оказался дальше, чем... Так, вот так раскидываем войска. Эх... Как же их захватить-то? Так, все, наконец-то их смог захватить. Делаем из них группу. Выстраиваем. И давайте выстроенными двигаемся в лес. Спрячемся. Мы с вами спрячемся. Вот такие мы смелые. Нам выгодно в любом случае, чтобы наши союзнички немножко пострадали, потому что они находятся
прямо на нашей территории. Плюс они могут пойти дальше, и это будет тоже не очень хорошо. Заодно мы сейчас ознакомимся, что есть в войсках наших союзников. Так, это кто у нас? Асигарус Яри, да? Да, это Асигарус Яри. Это кто у нас? Это они же. И это они же. Они сначала, видите, бегут войсками Асигарус Яри. Конница. Вот эта конница, конечно, делает глупость в очередной раз. И вот здесь она на Асигарус Яри. Но это зачем было вот так прям конница это? Наши войска спокойненько себе, никуда не торопясь, продолжают двигаться. А мы подойдем и будем собирать сливки. Нас жалко, конницы нет, можно было бы ударить в тыл. Хотя там летят и стрелы союзников, я боюсь, как бы мы не налетели на стрелы союзников. Да, все, здесь бой Хатакиямы явно проигран. Но я рад, что он двинулся не на наш город, а вернулся назад. Давайте нашим все-таки военачальникам немножечко поможем. Ух ты, смотрите, что это такое? А, это конь. Мне издалека показалось, что это какое-то животное. Ну, это животное, я имею в виду, лесное, дикое. Так, где наш военачальник-то? Скачет, скачет наш военачальник. Вот он. И сейчас он ударит в тыл коннице, которая совсем-совсем этого не ожидает. Ой, конница, то есть лучников. Давай только в лесу, конечно, это не сподручно, но... Сейчас мы переломим ход боя. И мы врываемся просто в ряды. Так, так, ничего не видно нам. Поэтому просто приблизим. Да вы что? Отводим тогда его. Отводим. Да ударили и хватит. Отвлекли внимание. Все хорошо. Давай, 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 давай. Мы отвлекли внимание, но тут же Асигару прибежали. Асигару нам не друзья. Асигару нашей коннице не друзья. Так, неужели нас преследуют лучники? А, давайте вот этими войсками тогда их. Ой-ой-ой, они спрятались. Сюда, 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 сюда. Да, вот они. Куда они не спрячутся? О, смотрите, у нас банзай. Как же я его пропустил-то? Банзай. Ну, 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 и бегом. Что такое-то? Чего стоим, ждем-то? Ребятки, ребятки, чего стоим, ждем? Побежали. Побежали, побежали, побежали. Ух ты, как на конницу мы нарвались. Сейчас мы потеряем, потеряем, потеряем наших ребяток. Сражаются, сражаются. Должны, должны мы сейчас. Господин, их военачальник мертв. Ну и отлично. Серьезный удар для врага. Ну и отлично, отлично. Вот и наши союзнички. Ну все. Вот примерно так мы и воюем. Ну все, наверное. Что здесь еще? А, нет, еще. Еще не все. Стоп. 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 Да что ж такое-то? Стоп, говорю. Почему у нас не хочет военачальник возвращаться в группу? Это очень странно. Ну-ка, вернись. Господин, союзники бежали, бросив нас одних. Да вы что? Это юмор, надеюсь? Чего такое-то? Куда вы бежите-то, я не пойму. Остановитесь. Ха, вы посмотрите, что происходит. Так.
Ой-ой-ой, убегаем, убегаем, убегаем. Ох ты ж. Это что ж такое-то? Это как такое могло вообще произойти, я не пойму. Конница, давай, давай, добивай. Военачальник, давай, добей его, военачальника, чтобы он больше сюда не, даже не смел засовываться. Погнали, погнали, погнали. У них, по-моему, в лесах еще кто-то есть. Так, военачальник, ну что? Нет, все, потерял. Завершаем сражение. Потеряли мы некоторое количество войск. Мастер тактики какое-то достижение получил. Что же здесь такого тактического-то было? Ну, потеряли 600. А нет, это, наверное, не мы все-таки. Я надеюсь, что да нет. 1200, одни потеряли 600, другие 1021. Ну, надеюсь, это. Ну, среди наших отрядов вроде потерянных-то и нет. Очень хорошо мы ослабили нашего союзничка. Всю славу, наверное, конечно, забрал он себе, но мы очень сейчас хитро действовали. А, и он пошел дальше на следующий город, который нужен именно нам. Так, Мацуки. Нет, никакое не конфуцианство. Мы будем исследовать вот это теперь. Так, казна, талантливый полководец. Ну, давайте примем на службу. И здесь или грамотное управление. Нашему дому необходимо военное превосходство, поэтому следует сосредоточиться на развитии военного дела, что может быть войско без экономической поддержки. Вот с этим я очень даже согласен. Бусидо будет с целью освоения путики. Давайте вот сюда. Все-таки мы с вами будем развиваться. Что нам здесь предпринять теперь, ребятушки? Убежал этот военачальник подвой туда дальше. Если там войск нет, то это будет печально для нас же с вами. Но с такой армией мы тоже пойти... Давайте, ладно, тогда объединяем. Этих оставляем вообще в городе, наверное. Ну что можем сказать? Ну давайте вот так сделаем. Ну я из города, наверное, не смогу выйти. Здесь же сразу начнутся волнения. Правда ведь? Донаем еще один ход. Ой, отдавать провинцию не хочется. Как же поступить-то? Как же поступить? Знаете, как мы сейчас поступим? Да и вот здесь проход мы откроем, если выйдем отсюда. Так, Мацуки здесь у нас. Да что такое-то, не то все время нажимаю. Так. Ой, я даже не посмотрел, что я взял. Ну, хитрость. Так, два отряда, три. Лучников нам не, ну, лучники нам не нужны. Вот эти три отряда сюда. Эх, они даже не дошли. Ладно, выводим все свои войска. Пробуем именно такими силами. Да здесь, в принципе-то, воевать не с кем. Просто автоатакой. Ой, автоатакой, то есть автоматическим расчетом. Сохраняемся. И тоже делаем расчет. Ну, здесь воевать, как видите, не с кем. Это очередной даймы. И даже у него уже войск не осталось. Все. Автоматический расчет. Мы потеряли 37 воинов. Вот мне очень интересно, если сделать их вассалами. То есть при нападении на Киото они останутся нам верными или нет? Минус 3, да. Пфф.
Фу, ладно, занимаем без боя. Наш дом известным становится. А вот и наши союзнички. Нам главное теперь вот этот город не потерять. Все, мы здесь вроде как закрепились неплохо. Сейчас сюда дойдут наши войска очередные. А, да, это очень сильно укрепит наши позиции. Здесь что у нас? Давайте все-таки посмотрим, что нам надо построить. Нам построить надо... Дадзё копейщиков. Чтобы построить дадзё копейщиков. Ого. За 8000 с герой подати. Чтобы построить дадзё копейщиков, видимо, нам надо построить сначала крепость. А, но мы этого не можем делать, потому что, опять же, у нас нет продовольствия. Все очень замечательно у нас двигается вперед, но развития никакого из-за того, что нам постоянно что-то нужно. Ну, наверное, так и интереснее играть, потому что... А где мы, кстати, приняли или не приняли мы военачальника? Мы, по-моему, уже какого-то военачальника нового согласились принять в семью. Да. Это обычный военачальник. Ему 25. А у нашему... так. Дай мы наследник. Военачальник, давай, ты 25 лет. Тебя в крайнем случае потерять не жалко. Ты двигаешься вот сюда. Эти войска у нас куда пойдут? Здесь все замечательно. Наверное, пойдут они все-таки вот сюда. И чтобы вот этот проход заткнуть, так скажем. Быстро-быстро назад мы двигаемся, находим их. И куда они? Ну, они у нас так и двигаются, в этот город. Поэтому все замечательно. Военачальник у нас сейчас придет сюда, встанет. И будет все хорошо. Здесь пока вот это мы оставим. И... ну и все, наверное, на этом у нас наем можно здесь заканчивать. Убираем, да, один отряд и... И наймем, наверное, еще один вот так. Для защиты просто. Военачальник у нас продолжит двигаться. Так, это военачальник, да, у нас? Да, военачальник у нас продолжает двигаться сюда. Здесь мы тем самым перекроем вот этот проход. А здесь, вот здесь еще... А, нет, ну здесь проход у нас перекрыт вот этим. Здесь будут вот здесь поменять вот эти войска. На самом-то деле. Что нам для этого нужно? Самурая с луками. Да не нужны нам самурая с луками. Отстаньте вы с этими луками от меня. Ну все, по-моему, неплохо. Мы повоевали в этой серии, да? Захватили еще больше территорий и очень полезных, кстати, для нас. Здесь у нас, а здесь мы, да, нам же надо здесь все починить. Вот это почему не чинится? Что это такое, кстати? Лучники здесь, прямо все нам везде хотят навязать этих лучников. Строим еще продовольствие. Здесь что ему тоже не хватает? Хлопка у нас еще нет, вот чего. Самурая с луками. Все это было бы полезно, если бы не было так бесполезно. Ладно, вот здесь у нас главное, войска отличные. Здесь кого мы подводили? Здесь уже можно никого не подводить, на самом деле. Давайте их сразу, наверное, кто у нас? Это кто у нас? А зачем я вообще лучников взял? Лучники мне вообще не нужны. Давайте их вернем обратно. Вот эти войска, единственное, мы оставим и заведем их вот в этот городок. Пока что. Через ход у нас, кстати, уже здесь будет построены самураи с Яри и самураи с Нагатинами. Потом будут еще раз самураи, ну и так далее. В общем, здесь нанимаем уже качественные войска и будем двигаться уже с вами дальше. Дальше вперед. Давайте завершаем очередной ход. Я, кстати, не засек, сколько времени было, когда мы начали.
И теперь не знаю, во сколько закончить. И дальше, смотрите, движется. Уже у него и войск-то нет. И все Я равно он видел это движется сначала. вперед. И все равно он движется вперед. Ты у нас тоже сюда идешь, да? Ты у нас возвращаешься. А у нас очень большие уже войска. Просто огромные. Так. Ну, здесь только не хватает теперь самураев с катанами. Ребята, вы давайте домой, до свидания. По домам. Идите дальше. Обрабатывайте мотыгами поля. Больше в ваших услугах мы не нуждаемся. Так, требуется постройка оружейника, да? И где она у нас? Подождите, я что-то совсем ничего не понимаю. Еще раз, что тебе требуется? Требуется постройка оружейная. Оружейная. Я не вижу ее здесь. А, это дадзё подати. А, самурай Сьяри. А вот она строится у нас. Через три хода будет. Отлично. 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 Здесь у нас что? У нас война. Смотрите, мы можем двинуться еще дальше. И попробовать в очередной раз опередить нашего союзника, у которых и войск-то практически не осталось. Мы можем кого-то сюда нам подвести. Можем конницу. Кто еще дотянется? Кто нам нужен-то вообще? Нам нужны. Да нам все нужны на самом деле. Вот эти два отрядика точно. И конницу, наверное, можно сюда же подвести. Да? Успеют они? Да, здесь просто отличные теперь у нас войска. И мы можем продвигаться дальше, оставив за спиной вот эти два отряда. Я думаю, что здесь ничего не изменится из-за этого. Так, здесь... Конница, мы набрали еще два отряда. Не знаю, нафиг она нам нужна уже. Наверное, она нам и не нужна. Хотя, здесь союзники. Мне уже мешать начинают союзники-то наши. Начинают мешать союзники. Чтобы предпринять такого. Чтобы такого предпринять. Не знаю, чтобы такого предпринять. Денежек у нас уже прилично. Что у нас здесь? Дадзё копейщиков. Ну, можем, в принципе, можем. У нас есть 6 тысяч. Хотя не уверен, что стоит это того. Не знаю. Так, ну все, у нас все идут. Давайте завершаем очередной ход, как раз заодно у нас будет время подумать. Мы выдвигаемся сейчас в очередной раз армией своей. И попробуем еще одну территорию с мятежниками захватить. Да, у нас настолько развилась армия. Волнение в этой провинции все растет. Если не усмирить, это где? Лучшие самураи. Опыт всех новобранцев самураев. Ого! А вот это здорово. Вот это здорово. Так, в какой провинции это? Растущее недовольство. В какой провинции? Вот в этой. Ух ты ж. Какие? А что это у вас такое недовольство-то? Армия. Ну-ка, усмирить. Вот и все довольны, видите, как хорошо. И плюс у нас набираются еще войска сюда. Самураи с нагатинами, самураи с яри. Так, здесь у нас сейчас будет достаточно войск, тоже, чтобы двинуться куда-то. Да, смотрите,
очень даже неплохие. Убрать вот эти, и будет все у нас замечательно. Так, здесь. Главное вот здесь, чтобы никто не пришел. Я не знаю, можно ли это или нельзя, но надеюсь, что нет. Иначе это будет крайне-крайне нехорошо. А, и, кстати, вот это кто здесь? Вот вы, наверное, пойдете. Вы продолжите путь вот сюда. А вы, ребятки, уже пойдете вот сюда. Будем немножко менять войска. А здесь кто у нас? Здесь можно было бы нанять еще, наверное, один отрядик. Асигару. Ну, мы отсюда прям заберем его просто и все. Вот иди сюда. Отлично. А вот здесь мы... А вот этот отряд, наверное, просто распустим. Чтобы меньше тратить денежку. У нас 11 тысяч с вами. Пока армия у нас великолепная. И давайте, не знаю, действительно, сколько мы играем времени. Давайте попробуем вывести вот эти войска. Здесь, по-моему, почти что все восстановились, поэтому бояться нам особо некого. И нападаем. Да, здесь, смотрите, здесь не так все просто будет. Здесь, смотрите, тысяч... По-моему, значок это Тёсакабы. И вот здесь я не буду уже, наверное, нападать, а я здесь постою. Очень я надеюсь, что они на нас выйдут. Очень я на это надеюсь. Да, здесь сразу недовольство. Ой-ой-ой-ой-ой. Армия. Армия здесь особо... Ух ты, смотрите. Но здесь лучники только, да? Быстро мы можем нанять... Так, а если мы отсюда один заберем отрядик? А, они уходить-то больше не могут. Ну, здесь, в принципе, нормально. А, не хочу, чтобы я вспыхнуло здесь восстание, поэтому... Здесь тоже, кстати, можно неплохие войска нанимать, неплохие. А, не хочу, чтобы вспыхнуло восстание, поэтому временно мы не собираем налоги с этой провинции. Сейчас конница у нас пусть возвращается, потому что налоги мы не собираем, мы нанимаем еще два отрядика, а потом мы уже... Да и зачем нам сразу второй? Давайте сразу. Интересно, что просто в этом городе будет? Здесь я даже уже не знаю, кого и куда направлять, потому что войска у нас собрались уже отличные. Давайте лучников распускаем. Сколько мы? С них 68. А, вы сколько у нас едите? 135. Давайте, да, распускаем. А, да, я понимаю это. Сейчас мы будем уже более качественные войска набирать. Деньги нам это позволяют. Пока мы идем стабильно в плюс. Хотя мы тратим 8500, но зарабатываем 12. Поэтому я думаю, мы как-то это победим сейчас. Сейчас мы как-то это победим. Наберем уже нормальные войска, чтобы не думать в дальнейшем об этом. До сих пор у нас с продовольствием полная беда. Здесь степень довольства. Смотрите, как все замечательно. Магистрат какой-то. Дополнительные налоги, ускорение освоения всех знаний, уровень Мацуки, нанятых в этой провинции, плюс 2. У нас они вообще здесь есть, а у нас их вообще здесь нет. Поэтому оно нам и не надо здесь. Там, надо там, где оно надо. Здесь что у нас? Зачем нам столько здесь войск? Распускаем. Здесь что у нас? Здесь тоже зачем нам столько вас, ребята? Самый дорогой, наверное, ты. Давай тебя распускаем. И что у нас вообще с довольством? А можно еще, наверное, распустить один отрядик. Да, здесь все очень даже замечательно. Здесь все замечательно. Да здесь можно, наверное, тоже 68-68. Сейчас мы быструю чистку проведем. А, так, распускаем вот эти два отряда.
Потому что, по-моему, к нам идут один, да? Давайте один тогда раз. Или... Да, в принципе, не нужны они нам. Да. Распускаем. Сейчас мы везде пораспустим все, что нам не нужно. Ты нам вообще здесь, наверное, не нужен. Если так без тебя, да. Здесь придержит. Придержит и без тебя. Ты у нас военачальник, уже чуть-чуть осталось. Кстати, давай вот так объединимся и вместе уже двинемся. Так, здесь найм у нас уже не идет, да? Найм у нас уже не идет. Здесь стоит опасаться высадки. Вот этого я боюсь больше всего, поэтому может быть, чтобы сразу здесь потом не охать, не ахать, все-таки оставить вот так два отряда. А здесь что у нас? Здесь можно Мацуки, кстати. Но это все нам как-то не нужно, да, пока что. Давайте вот эти два отряда, наверное, тоже распустим. Что у нас вообще, как здесь с провинцией? Да нормально. Не будем тратить мы лишние деньги. Хотя я боюсь до сих пор вот этих высадок. И это наша столица. Здесь сидит плюс наш военачальник, наш наследник. Не хочется его потерять. Ладно, оставим пока как есть. И да, я, как я и говорил, я не засек, к сожалению, времени, сколько мы уже с вами играем. Давайте, наверное, на этом завершим. И продолжим обязательно в следующей части. У нас уже какое-то началось движение, постоянно какая-то война. То есть все очень даже замечательно. Денежки у нас появились наконец-то, наконец. Я не пропускаю просто глупо ходы, чтобы что-то набрать. У нас уже получается неплохая территория. 12 провинций, нам всего надо 25. И захватить ключевую Киото. И вполне возможно, что в ближайшее даже время мы с вами начнем... у нас два варианта. Либо десантом куда-то высаживаться, либо воевать с нашим союзником, который, как вы видите, очень даже неплохо развивается. Смотрите, домов совсем мало осталось. А с другой стороны, можно подождать, когда тот же Сатоми сейчас захватит еще больше, или просто домов станет еще меньше. Янма, Хонма, Тюсакабе. Вот интересно, чьи территории слева, я до сих пор не понимаю. Сёни. А вот Тюсака... нет, Тюсака, вы видите, белые, да? Так, я не понимаю на самом деле. Видимо, мы еще не знаем еще одного дома. Ну да ладно. В общем, все это мы узнаем с вами обязательно в следующей серии. Спасибо всем, кто меня смотрел. С вами был Анми. И до новых серий. Пока-пока.